Театральная премьера. В Русском драматическом театре поставили знаменитую пьесу французского автора Марка Камелотти. 44 года в театрах мира. Пьеса «Боинг-Боинг» Марка Камелотти была вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самая часто исполняющаяся в мире. Теперь она на сцене Русского драматического театра. «Боинг» играли во всем мире более 18 тысяч раз. Его ставили в 55 странах. Главные герои – друзья Бернар и Робер. Как ты? Какими ты? Ты как? Неплохо, как видно. Ну и я нормально. «Боинг-Боинг» рассказывает об аморных похождениях молодого архитектора Бернара. Он крутит роман сразу с тремя девушками. Они стюардессы, летающие на разных авиалиниях. Холодная немка, утонченная француженка, энергичная американка. Архитектор богат, хорош собой и выстраивает свою жизнь под расписание прилета и отлета стюардесс. Долгое время его возлюбленные не подозревают о существовании друг друга. Но в какой-то момент обман раскрывается, и жизнь Бернара превращается в череду комических ситуаций. Перед тем, как что-то делать, нужно думать, задумываться о последствиях, чего очень часто мы не делаем в жизни, а зря. И вот это вот легкодумство, к чему привело, это как раз и про наш спектакль. Действие происходит в 60-х. Атмосферу тех лет передают одежда актеров, сценография и музыкальное оформление. Использованы в постановке и спецэффекты. На огромном экране в глубине сцены время от времени появляются «Боинги». На них улетают и прилетают возлюбленные главного героя. Ну, потому что это эксцентрическая комедия, конечно, тут определенные были сложности, потому что нужно было очень точно все делать. Потому что в любой комедии самая главная точность. Вот это мы пытаемся добиться, по крайней мере. Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика.